Кто из вас готовит на кухне? Ага, кто-то есть. А кто из вас любит готовить? А у кого из вас просто катастрофа с готовкой? Когда никто даже не может смотреть на вашу еду. Когда ложка просто в рот не лезет, и просто тяжко смотреть на эту трагедию. Трагедия — это еще мягкое слово. Если вы готовили, вы, возможно, знаете, есть такая штука, как зажарка. И лично я очень люблю зажаривать листья карри. Кто из вас любит добавлять зажарку листья карри? Это создает сильное шкварчание. А если еще сыпануть семена горчицы, то становится еще веселее от обильных брызг. И если посмотреть на все эти ингредиенты, то все они настолько разные, непохожие, правда? Вы кладете семена горчицы, добавляете огня, и все начинает стрелять. Потом вы кладете соль. Соль придает вкус всему блюду, но сама она остается на заднем плане. Кто-то из вас вообще видел соль в блюде? Вот вы сидите и рассуждаете: сегодня соль смотрится так здорово в этом блюде. Соль просто блестяще смотрится в этой лазанье. Кто-то вообще видел соль? Нет соли, нет вкуса. Но тот, кто придает всему вкус, сам не хочет себя показывать. Но кто выпячивает себя, это куркума. Но она всего лишь дает цвет. В каждом коллективе всегда есть человек, в каждой семье, среди друзей, который ничего не делает, но при этом забирает потом все заслуги себе. А если вы еще и гуджарати, то вы обязательно сыпанете сахара туда, в эту зажарку. Они сыпят этот сахар просто повсюду. И иногда вы добавляете чили. Колхапур чили — это такая ядреная штука, что когда вы кладете его, от него дым валит клубами просто повсюду. Каждый ингредиент жарится на огне, каждый ингредиент там шкварчит. Но при этом они все такие разные, такие непохожие. Но все они становятся единым целым в процессе жарки. У каждого одна и та же цель. У каждого один и тот же мотив. Мы должны придать вкус блюду. У семян горчицы одна природа, у сахара другая, у чили своя, у куркумы другая, у соли третья. Но когда они все попадают в одну смесь, их цель становится единой. У всех этих ингредиентов есть только одна цель — всем вместе сделать вкус блюда незабываемым. Вы едите укму, поху или мисалу, любое ваше блюдо, и везде решающую роль играет зажарка и специи, дающие неповторимый аромат. Но при этом все эти ингредиенты такие разные. И точно так же происходит в отношениях, они такие разные. Не ждите, что ваш муж, жена, дети или друзья будут такими же, как и вы. Многообразие делает нашу жизнь красивой. В отношениях все именно так и есть. Каждый неповторим, уникален. Не пытайтесь остальных сделать такими же, как и вы. Единство многообразия — это сила. Гаур Гопал Дас.